зеленый, размытый, мутный, солнечный полей. И Куликовской битвой веют склоны, могучий, победительной земли. А в комнате опального поэта дежурит страх, и муза свой черед, и ночь идет, которая не ведает рассвета. Дорогие друзья, еще один участник поэтического марафона у нас появился. И это Жиронкина Татьяна Ивановна. Поддержим ее бурными аплодисментами.